В южнокорейском Пусане парам будут платить за свидание. Местные власти пошли на такой шаг ради борьбы с одиночеством и, как следствие, низкой рождаемости. Согласившиеся встречаться мужчина и женщина получат по 500 тысяч вон, это 180 тысяч тенге каждый. А паре, решившей заключить брак, в качестве подарка на свадьбу выделят дополнительно 20 миллионов вон. Это более 7 миллионов тенге. Новобрачным также помогут оплачивать арендную плату за квартиру сроком до 5 лет. Участниками этой необычной программы могут стать люди в возрасте от 24 до 43 лет. Для участия необходимо подать заявку, пройти собеседование и отбор.